Добрый вечер. Добрый. Ну, как громко вас слышно-то? У нас микрофон хороший. Да-да-да, у меня ухо чуть не взорвалось. Извините. Ладно. Хорошая связь, хорошо. Да ну, ничего отлично. Страшного, я просто убавил сейчас, нормально. А откуда будете? Город. Добрый вечер. Добрый вечер. Я диспетчер, блядь. Красавчик. Откуда будешь? Откуда будешь? С Люберцы. Понятно. Ставропольский проект. Че-че? Ставрополь. Ставрополь. А где едете? М5? Ну, рядом с Ростовом. Краснодар. Краснодар. А, не приехали. Ну там, короче. Ну там, короче. Там Пригожин был тоже. Был. Но недолго, да. Да-да-да. Важно, блядь. Ну, как есть. Ладно. Ну, как есть. Ну, ладно, это, блядь. Был и, блядь, допустим, это хуйня. Согласен. Согласен. О чем общаешься? Ты сама. О чем общаешься? Бля, ну я хуй, бля. Вот такая фигня. Вот такая фигня. Красавчик. Красавчик. Блин, вы красавчики. Спасибо. Вы вообще молодцы. Спасибо. Отвечаю, и у тебя девушка классная, блин. Спасибо еще раз. Девушка, спасибо нет, еще раз. Ну, все будет. У меня нет. Все будет. Там живешь или работаешь? Там живешь или работаешь? Да, блядь, и живые работают, блядь. И каждый день, блядь, обратно приходится приходить, блядь. Молодца. Молодца. Главное, настроение хорошее. Отлично. Нет, охуенный вопрос задам просто. Жизненный. Давай, настраивайся. Давай, настраивайся. Ой, блин. Настраивайся на вопрос. Настраивайся на вопрос. На общение. Да, что такое случилось? Че? Ну такое случилось. Что такое, не случилось? Что у них случилось? Это какой-то вопрос. Ничего не случилось. Все хорошо. Ничего не случилось. Все хорошо. Ну, самое главное. Ты сам там или с кем-то общаешься? Ты сам там или с кем-то общаешься? Ну, в комнате еще кто-то есть? Я с тобой общаюсь. Нет, в комнате, в комнате. Че? В комнате еще кто-то есть или нет? В комнате еще кто-то есть или нет? Я на кухне сижу. Не, ну, понял. На кухне, на кухне бухаю. Это дело нужное. Это дело нужное. Хорошо потрудился. Можно. Хорошо потрудился. Можно. Охуеть, как можно, блин. Ой, блин, ну, хорошего вечера тогда. Ладно, братишка, отдыхай. Угу. Хорошего вечера. Пойдем дальше. Счастливо. Что, можно мне отдохнуть, да? Можно. Можно. Давай, удачи. Давай, удачи. По-моему, очень хорошо получилось. Давай, кулачка. Все, удачи. Бля, отвечай. Нормально ты, пацан. Спасибо за общение. Спасибо за общение. Пока. Повеселил. Я даже не выебывался. Заметь, я даже не выебывался. Заметили, да. Давай, счастливо. Давай, счастливо. Опа, нифига себе. Добрый вечер. Добрый. Откуда будете? Откуда будете? С Ямала. Ух ты, нифига себе. Ставропольский край. Ставропольского края. Как вас зовут? О, меня не зовут, я сам прихожу. Молодец. Ну, это хорошо. Привет. Работаете? Здорово. Привет. Трудимся. Работаем. Блядь, камера не переключается, не показывает что-то. Ух ты. Судя по штурвалу, это... Ну, я так понимаю, стоят сейчас на порту, или как оно называется, я не в теме. Ну красиво. Ну, красиво.
Да, один руль сделать. Чего стоит, или как его называется? Штурвал. Штурвал, пардон, жима. Штурвал, но... Да-да-да, ну, я не в теме, как бы, извиняюсь. Извиняюсь. Ну, смотрится очень серьезно, достойно. Да, класс. Надоедает только. Не, ну, любая работа надоедает, романтика пропадает. А нет. Когда со стороны, ну, как, конечно, смотрится. О чем общаетесь? Мы... А в чем завтра в рейс, а так неохота. С рейсом. Так вы не так, что сегодня пришли и сегодня в рейс? Типа подготовка какая-то? Не, у нас график. Два дня стоим, тех, кто ждем. Ну, типа загружаетесь или как-то? Ну, да. Понятно. Понятно. Ну, это как бы не такое, не рыболовное, да? Как бы шхуна, не шхуна. Не, мы людей перевозим, машины, продукты. Ну, грузовая, типа. Ну, грузовая, типа. Шхуна, не шхуна. Ну, типа. Шхуна, не шхуна. Ну, грузовая. Понял. Понял. Как получается, как паром. Получается, как паром. Ну, да? Паромы есть. Паромы есть, все понял. Да-да-да, ну, видишь, паромы сразу. Есть. Я и штурвал сразу. Не, штурвалы тоже у него сразу восхититься. Вот эти две штуковины. Рога торчат. 400 километров путь у нас. Ух ты, да хрена. Ух ты, у нас от нас до моря 400 километров, 450. Ну, на море отдыхать, когда ездят. На море отдыхать, когда ездят. То есть расстояние такое. То есть расстояние такое. У нас 400 километров вниз, 400 вверх. Вот, и туда-сюда море. Вверх тяжелее идет, медленнее, против течения. Против течения тяжелее идет. Ну, понятно. Тем более, если просто понятно. А вниз хорошо идем. Понятно. По течению. Домой всегда с ветерком. А сколько жрет же эта посудина, не знаешь? Посудина, не знаешь? Очень много жрет эта посудина. На сотку. Очень, очень много жрет. Ну, в тоннах, я так понимаю, да? Она 700 вверх. Почти 2 тонны соляры вверх жрет. На 400 километров. Понял. Охренеть. Охренеть. У меня товарищ служил, ну как в морфлоте. Он говорил, когда ну, как корабль забонишь, или как это называется, самый большой расход, да, прогреваешь, а потом уже поменьше идет. Тоже так же. Все зависит от погодных условий, от ветра зависит, от течения зависит. Ну, понятно, сопротивление как бы. Все влияет очень. Понял. Бывает, что меньше съедает, бывает больше съедает. Это как... Не, ну все нормально. Не, ну все нормально. Это не на море съездить, на баке не съедать. А какая температура воздуха у вас сейчас? Сколько? 27 градусов было. А ну в мае. Тепло, то есть и на улице так ходите, да? Нет, здесь комары не дают ходить так. А, вот оно что. Комары, наверное, такой... Как маленькая собачка. Булку хлеба воруете. Тут просто поселок в лесостепи находится. Здесь выйдешь и все. Комары могут тебя унести в лес. Своим семью. Да. Ну, кедрач, вот он растет прям. Вот кедровый орех растет прям. Вот он на берегу. Красота природы, есть, наверное. Красота природы, наверное. Конечно, красота. Когда со стороны смотришь, так красиво. Со стороны красиво, да. А когда знаешь, что внутри кладбище, что-то не особо красиво. Ну там же не везде кладбище, есть же места просто красивые. Грибы, ягоды. Ну и что, что кладбище? Что кладбище бояться? Надо живых людей бояться, а не мертвых. Вот это правильно. Пока никто не боится. Не, ну просто настроение уже не то, когда смотришь на кладбище. А мне кажется, что все равно деревенские вот эти кладбища, когда в лесу делают, они все равно лучше, чем, чем вот эти, которые огороженные. Оно здесь в лесу, его не видно, так что мы его особо и не ощущаем. Просто знаете, что знаете, просто что есть здесь. Просто что есть здесь. Кладбище и все, а так ты его видеть-то крестов не видишь даже.
Ну понятно. Ну это там, я так понимаю, ну где-то поселок и рядом кладбище с ним. Ну, от поселка, да? Поселке. Ну, если есть интернет, поселок, Красносиркуб, забейте просто и все, и посмотрите. Есть, конечно. Есть, конечно. Это мой. Это ну, это запомним, если что, посмотрим. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Напишу сейчас вам. Давай, давай. Давай, давай. Мы тут первый раз вышли, осваиваемся. Ну, я думаю, сейчас увидимся. Ну, я думаю, сейчас увидим. Вы вообще, когда заходите, на какие темы общаетесь? Вообще, что ищете? Ой, мы тут кроме пищунов ничего не видели. Нам так не везло. Просто пьяные дети. Нет, просто пообщаться охота, там, не знаю, какой-то... Ну, просто темы нет, я так понял. С разных городов, с кто чем, кто кем работает, от, вообще откуда, как настроение, как вообще, ну, нам скучно здесь. Ну, понятно, просто как развлечение. Ну, да, общение хочется. А что по зарплате у вас там? По зарплате у нас хорошо все. Ну, хорошо. Ну, а так вот, если серьезно, то есть цены слишком отличаются, то есть от других регионов, или вы не в курсе? Ну, сколько у вас стоит булка хлеба? 70 рублей. Ух ты. Ух ты. Сколько у вас стоит банка пива? Банка, бутылка. Мы не особо как бы его употребляем, то есть, но... Ну, допустим, вот старый мельник, то есть такая бутылочка пузатенькая, то есть не банка бутылочка, но 45-50 рублей. А тут 130. Нихера. Ну, у нас булка хлеба стоит 23-24 рубля. А тут 70. Ну, услышали это уже. Опять же, ты по помидорам, огурцам, наверное, вообще там дорого будет, если такие. Все умножайте на 3, прям смело. Ну да, все, да. Все, что у вас вот есть, ну, да, умножайте на 3 просто, и все, и вот такие цены. Ну, у вас и зарплаты, наверное, другие. И зарплаты другие. А иначе смысл? Ну, конечно, ну, да. Везде есть свои плюсы, где этот поселок находится, и удивитесь. Посмотрим, посмотрим обязательно. Не, ну я представление имею, что такое, но я мало. У подруги у моей, у Жени Варушина, у нее одноклассник Игорь Пауков, вот как раз на Ямале работал, то есть это очень далеко. В Непенях. Да, где-то в Непенях. Где по-простому. Это самый вот верный прямо вот ответ. Ясно. Ой, блин. Понятно. Не, ну интересно, все-таки по ценам прошлись, да, такой, ну, для понимания. Для понимания. И опять из первых уст. О, у нас сейчас телефон выключится, к сожалению. А, ребятки, ну давайте тогда, удачки. Хорошей работы вам. Всего доброго. Хорошего отдыха, счастливо. Спасибо за общение. Давай. Мне просто любопытно, как родители разрешают.